Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю Господу. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю, Церковь Святой Троицы, город Иркутск. Поздравляю всех иркутских святых с этим праздником, всех верующих Церкви Святой Троицы, и пастора Олега Леонидовича, и всех служителей Церкви поздравляю с праздником. Благоставляю всех вас именем Господа Иисуса Христа с берегов, южных берегов Крыма. Благоставляю именем Господа Иисуса Христа с этих мест, где испокон веков, уже 2000-летия прославляется имя нашего Спасителя Иисуса Христа. С юга самого, знаете ли, благоставляю далекий сибирский край, благоставляю Иркутск, и пусть в Иркутске, в земле Иркутской, по всему этому региону огромному, и Байкалу, и Забайкалье, дальше по всей Сибири, матушки, пусть духовное пробуждение продвигается, пусть миллионы грешников спасаются, а непосредственно сам город Иркутск и Церковь Святой Троицы ныне благоставляю как архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Благоставляю от нашей епархии, благоставляю именем Спасителя Иисуса Христа, благословением священников, благословением Аароновым. То благословение, что Бог Всемогущий дал однажды Моисею, пророку. Отец Юрий, тоже подойдите, пожалуйста. Вот хочу, чтобы вместе как раз с нашим епископом Юрием, священником, священнослужителем здесь крымским. Вот можете сюда подойти, как раз, чтобы было видно тоже вас хорошо. Вот так, да. О, да. Слава Богу. И тоже благословите Иркутск, Церковь Святой Троицы благословите. И также, пользуясь случаем, от всех наших священнослужителей благословение всем вам. Благословений. Благословляем Церковь, благословляем духовное руководство, пастора непосредственно. С большой любовью и массой наилучших пожеланий в духовном возрастании. Аминь. И поем благословение священников, благословение Ааронова. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу навеки, слава Богу Святому. Аминь. Аминь. С Крыма, аминь. С Фиолента. С добрыми христианскими пожеланиями. Еврехех Адонай веишмареха Яхер Адонай панавелейха вихунекха Иса Адонай панавелейха веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа Гамашиах Иешуа Машихейну. Во имя Христа Иисуса. Аминь.